Чувствую радость и гордость. Я горжусь нашей армией. Надеюсь, что мы сможем освободить оккупированные территории. Я был очень взволнован, когда услышал новости о возвращении наших сел. Даже прослезился. Мне 78 лет, но я готов и сегодня встать на защиту наших земель. Верю, что наша армия скоро дойдет до Ханкенди. Я с нетерпением жду дня, когда мы проведем парад победы.